На третьем ковре завязалась острая схватка Владимира Андросова со своим противником. Андросов борется четко, обдуманно, не пропускает малейшие движения противника. В итоге победа. Чемпионом мира Насруллаевым. Эта схватка отличается активностью борцов, особенно Владимира Андросова. Для того, чтобы завоевать звание чемпиона, нашему борцу нужна только чистая победа. Но это с Насруллаевым не так-то просто. Схватка закончена боевой ничьей.